Блин, капец, посмотрите на меня. Я шла в чистой, абсолютно чистой одежде. Погулять с собаками на речку. И во что я превратилась? Много всего происходит, и я буду пока... Эйвен! Эйвен! Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы. Сегодня мы будем снимать наш летний эпичный влог, потому что вы просили, и я постараюсь снимать таких вот уличных влогов побольше. Если вам понравится, то обязательно ставьте лайк и пишите свои комментарии, потому что они вот тут появляются, я на них сердечки ставлю. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать наши самые новые видео. По нашей великой Мэджик традиции мы с вами встречаемся на фестивале Pet Shop Days. Запоминайте, 2 июня, парк Сокольники. Я буду там в 15:30. Будем общаться, фоткаться, пообнимашкаемся обязательно. Конечно же, я буду с кое-кем из своих питомцев. Вход абсолютно бесплатный, но главное пройти регистрацию на их сайте. Я ссылочку оставлю внизу в описании. В этом году Pet Shop Days решили всех удивить и придумали страну Петландию. Это первая страна домашних животных. И каждый из нас с вами в этом году станет ее гражданином. Мне кажется, это очень креативно и прикольно. Правда, когда ребята написали пост, что я буду в Стар-Сити, многие в комментариях не поняли и стали спрашивать, что это за город такой. Так вот, там будут как бы города: Мур-Сити, например, кошачий, Доксельдорф собачий, Китсбург – город для детей, а в городе Добра можно будет найти себе нового хвостатого друга, а вот Стар-Сити – это как раз то место, где мы встречаемся с вами, и там будет еще очень много разных знаменитостей, блогеров и артистов. На лекциях с вот этими вот известными людьми вы узнаете просто столько всего интересного о животных, но на Pet Shop Days в этом году так много разных активностей, что не рассказать в двух словах. Кроме всяких выступлений будет груминг, кота-кафе, марафон среди собак, показ собачьих мод, йога вместе с кошками, аджилити и даже парад пород по главной аллее. Эйвен, видимо, уже пошел собираться на фестиваль. Конечно же, фудкорт со всякими вкусняшками и маркет, а еще концерт с самыми разными артистами. Я лично очень жду группу Айова. Они выступают 2 июня тоже, и я всегда мечтала просто послушать их вживую и взять автограф, да? Кстати, самым активным гостям дарят подарки! Сначала надо прийти, получить настоящий паспорт Петландии, активировать визу при посещении какого-нибудь города, собрать все визы в разных городах, и вас ждет сюрприз от Pet Shop. Короче, будет огонь! И мы там с вами увидимся! Ссылку на регистрацию для бесплатного входа я оставлю вот там внизу в описании. Скорее регистрируйтесь. А мы пошли. И это будет наше первое лето в Magic House. И оно обещает быть очень эпичным, потому что у меня очень много планов. И поэтому я хочу спросить вас, как вы смотрите на то, что я буду снимать вот на эту камеру наши эпичные влоги. Киса Алиса выбралась из домика и сейчас... Я надеюсь, YouTube не поставит мне 18+ за это. Короче, я предлагаю вам, чтобы я снимала вот на эту камеру нашу обычную жизнь. Как мы живем, чем занимаемся, что у нас происходит. Если вам будет интересно, то я жду вашей поддержки и обязательно буду снимать. Может быть, неделю влогов. Ну, короче, все в таком духе. Кстати, не обращайте внимания на беспорядок. У нас опять стройка. Сейчас киску Алиску в первую очередь выпустим на улицу. Ей пора уже в туалет. Давай, Алис. Рубрика Magic носочки, желтые с черными молниями. Очень многие мне в моем инстаграме писали про разные носки, что каждый раз на фотке какие-нибудь носки, то с перчиками, то с инопланетянами. Поэтому я решила сделать такую рубрику. Да, я гений. Кстати, у моих пупси тоже есть свой инстаграм, так что подписывайтесь на все наши инстаграмы, чтобы быть в курсе, потому что там очень много всего того, чего нет на каналах. По поводу стройки и вообще всех изменений, которые произошли, и планов на лето, и того, что сейчас происходит, если вы хотите, то в следующем ролике я вам все-все-все покажу, весь участок, что вокруг изменилось, что построилось, что мы сейчас прямо строим. Кто смотрел сторис, тот поймет, там вообще эпик. Если хотите в следующем видео, то ставьте лайк или вопросы, голосуйте, все такое, как всегда, короче. Посмотрите, что делается. Она просто залазит в лужу и мало того, что пьет... Вот так вот просто взять и вот обосрать мне штаны. А Софи вот так вот просто взять и залезть в грязь. Вот просто. У Софи есть такая фишка. Она обожает мочить лапы. Софиша у нас именно обожает это делать. Она обожает
мочиться в воде. Поэтому мне пришла в голову идея сделать бассейн этим летом для собак в первую очередь. Не для нас, бассейн не для людей, а такую купить какую-нибудь штуку большую, где они смогут мочить лапки, нырять туда, купаться. Когда она приходит домой с жаркой прогулки, она в миску для питья просто засовывает туда свои лапы, и в итоге никто не может оттуда пить, потому что там грязь. Софи и Юмичу, и Эйвон, они все умеют ловить мячики, но я взяла сегодня вот другие мячики, такие вот. Софиш, смотри. Такие на веревочке, которые не кидаешь, и надо ловить, а которыми нужно вот так играть, да? Софиш, принеси. Вот, молодец. Он тебе в пасть-то вмещается вообще? Да? Вмещается? Вмещается в пасть? Ай, молодец. Давай, хватай его. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, молодец, Софиша. Юми испугалась воды. Что ты? Ты что, Юмичу? Что там такое? Она проверяет, земля это или вода. Короче. Когда она была маленькая, щеночек вообще вот такая веселая просто, она тупо здесь бежала с горы, такая неслась. И вот эти вот водоросли, они очень сильно далеко заходили, и ей показалось, что это продолжение земли. И она просто вот так побежала туда, как будто по земле, и начала плыть, и такая, что, господи, это что, вода? И вот сейчас, мне кажется, это она помнит свое прошлое, и поэтому она подходит такая и проверяет, а вот здесь можно пройти или нет. Миша беспокоит, где Эйвон опять, это просто капец. Он постоянно куда-нибудь уходит, сам по себе, у него есть вот такая вот манера. Он только что шел передо мной, я видела, как мы шли все вместе сюда, и сейчас его тут нет. А, вот он. И Вась. Эйвон тут сам себе в теньке ест траву. Молодец. Лови! Юмичу практически попрыгунья такая. Ах, Юми отбирает у Софишки. Софи, лови! Давай, доставай! Давай, кто достанет скорее? Давай, уплывает. Прыгать в воду и доставать кольцо никто не хочет. Придется самой. Я нашла палку-выручалку. А, давай сюда обратно. Раз, два, три. Давай, рядышком вот достань. Молодец. Ай, молодец. Главное, вот рядышком, да? Рядышком. А теперь Юмичу молодец. Юмичу была молодец. Так, Юмичу, покемон молодец. Молодец. А вот так. Вот, Софиша, молодец. Молодец. Давай, Софи, давай. Смотри, как близко. Давай. Ай, молодец. Давай, Юмичу. Где Юми? Где Эйвон опять? Ай, молодец, Софиша. Молодец. Кто это такое? Кто это? О, господи, Миша! Миша, ты чё? Мишаня? Господи, как ты? Капец! Мишка, ведь может, Эйвон с Юми тоже там? Так, Юмичу здесь, Эйвон где? Так, там никто больше не плывет, я надеюсь. Ай, капец! Миша! Мишка, ты лучше бы за колесом так прыгнула. Ой, колесо, ребята! Софи такая смешная. Можно Софишу на удочку ловить. Хорошо, что я учу их плавать, и они умеют плавать. Ай, молодец! Я иду с мыслями, что все будет нормально, и каждый раз что-то происходит. Я не знаю почему. В нашей жизни все идет не по плану. Посмотрите, какая Мишанька мокряшка. Софиш, это тебе. Юми, вот тебе. Вот, у тебя тоже есть игрушка. Но нет, ей она не нужна, ей нужна Софишкина. Нет, видите, она бросает ту и бежит к Софию отбирать у нее. Ты жадина. Это не твоя игрушка. Софиш, держи. Юми, вот твоя игрушка. Да, молодец, покемон, вот твоя игрушка. Нет, вот ей интересно именно у Софи это брать. Капец, а? Посмотрите, что Мишка делает. Миш, ты такая смешная. Надо, Мишанька, тебе немножечко водичкой я сполосну, потому что ты очень тини там в какой-то. А сейчас домой придем, я ее домою. Молодец. Я просто вся грязная и мокрая.
еще хуже, чем Мишка. Блин, капец, посмотрите на меня. Я шла в чистой, абсолютно чистой одежде погулять с собаками на речку. И во что я превратилась? Я просто вся в грязи, мокрая насквозь. Мишанька мокрая, грязная, ее опять мыть. Короче, мне не удалось ее отмыть. Давай, Мишань, пойдем домой. Это просто капец, меня жрут комары. Ужас. Хотя я раньше хотела участвовать в последнем герое и должна была типа выживать. Так, опять там кто-то к воде пробирается. Так идите сюда быстро! Вот походу там вот Мишка и упала, там где они сейчас стояли. Она оттуда откуда-то была. Быстро идите сюда! Вот, держи колесо. Держи, Софиш. Пошлите. Не бросайте. Не бросайте. Юми, не бросай колесо. Неси домой его. Софи так смешно. Идет, несет колесо домой. Именно в таком виде. Вот в таком вот. Мы должны открывать сезон эпик-влогов на канале Magic Family! Юху! И продолжение, следующие влоги будут уже из нашего нового дома, потому что там много всего происходит, и я буду пока... Эйвен! Эйвен! Стой! Проезжайте, проезжайте! Едьте, едьте! Эйвен, иди сюда! Эйвен! Когда вас учу, чтобы вы были аккуратнее с дорогами и учили своих собак команде дорога, а сама вот так вот безалаберно отнеслась сейчас. Вообще просто капец, распоясалась я. Надо себя брать в руки. Но в любом случае мои собаки знают все команду дорога. И Эйвен остановился вовремя. Они там есть. Да что ж такое, я никогда не буду эпично ничего делать. Все, мы уходим, да, с вами? Бросим Эйвена. Я ухожу домой, все. Идет такой, не спеша, вообще не спешит домой. Ладно. Все, я закрываю дверь. Интересно, поторопится? Нет, вообще не торопится. Ты офигел? Быстро домой заходи. Нормально. Спасибо. Юмичу, залазь, можешь залазить на меня. Видишь, мне уже все равно. Я уже вся в грязи. Короче, переходите по ссылкам на новые видео на других каналах и увидимся скоро в новых роликах. И на встрече в Pet Shop Days 2 июня в Сокольниках.